Всем здорово, и сегодня я выбрался на эту чудесную природу. Хоть и сейчас и холодно очень, но я ради вас так же, да, вышел на природу и хочу вам продемонстрировать колоночку от компании Vex. И вы же думаете, Антон надел шапку, фу. Я знаю, мне просто холодно, да и все. Вот, так что я остановился на том, что эта колонка, она... Да, достойно своих денежек-то. И то, что у нее даже подсветочка есть. Здесь, конечно, и при свете сейчас не видно, но... Что и как вообще? Вот она звучит, как бы. За свои деньги это просто шедевр. Я вам не говорю то, что именно какой-нибудь там JBL, там, это понятно, но... Даже вот так она орёт, то есть своей прям у нее все по качествам подходит. А басы у нее, то есть четкие идут, даже не писклявые, то есть голоса идут, то, что она вот песни говорит, поет. И знаете что, это я вам, можно сказать, даже рекомендую эту колонку купить, потому что цена у нее 1990 рублей. И, блин, опять же она оправдывает свои деньги. Мы же простые люди, блин, ну и я вот себе купил эту колонку, и честно, вот она, вот я радуюсь, скажу, и все просто прекрасно. И вообще... Dex, вот эту саму фирму, мне как бы она нравится, если так даже посмотреть. Ну, потому что она дешевая, ну и, можно сказать, качественные все-таки продукты выпускает. И что еще вам хочу сказать? То, что это чисто сугубо мое мнение, это даже вот не обзор, а это моя рекомендация, какую колонку взять, если вы хотите недорого взять колонку за недорого. И вы понимаете, что даже есть много информации в интернете, как, не знаю, JBL, то есть компактные, другие, то есть и такие цилиндрические, которые в карман там можно положить, не знаю. Но мне понравилось именно это, и сейчас я вам еще расскажу пару характеристик, которые я просто внешне вам рассказала, что она сама в себе изнутри представляет и рассказал. Начнем с внешнего вида. Сама по себе колонка Dex Eclipse сделана с приятного на ощупь пластика с металлическими решетками. А батарейки у колонки хватит на 6 часов непрерывной работы, что для обычного пользователя вполне достаточно. Мощность ее составляет 2-3 ватта. И вот такой вот небольшой обзорчик получился на эту замечательную колонку. И все-таки я хочу подвести итоги. Не мне решать, а решать именно вам. Какую колонку купить, что вы хотите, что вам под бюджету больше подходит. Поэтому я считаю, что нет смысла все-таки переплачивать за бренд. С вами был Антон ТВ. Всем удачи, всем пока-пока.